Всем привет! Привет, привет! Сегодня день 8 марта, сегодня день, международный женский день. Сегодня Да. праздник у всех, у маленьких девочек, у девушек, у женщин, у бабушек, у прабабушек. Поэтому мы хотим вас всех-всех-всех поздравить с этим днем. 8 марта. Да, пожелать всего самого-самого классного, чтобы у каждой женщины сегодня был самый-самый классный день, чтобы у всех все слаживалось, чтобы каждому сегодня принесли вот такой огромный букет цветов, или хотя бы маленький, но красивый-красивый, чтобы ни одна женщина не осталась без внимания. Сегодня я хочу пожелать девочкам, и девушкам, и женщинам, и бабушкам, и прабабушкам, чтобы любили дети, любили внуки, любили родители, чтобы мужчины обожали, чтобы мужчины... Что мужчины? Мужчины. Да. Ценили, самое главное. Ценили. Ценили, уважали. Да. И у всех, любили. Кого, да, у кого есть пара, обязательно, чтобы эти мужчины, ваши мужчины, носили вас на руках. А у кого еще нет пары, обязательно, чтобы пара нашлась. И самая лучшая пара, такая рукастая, как у меня Николай. Чтобы у всех всегда все было. Девочки, девушки, женщины, бабушки, прабабушки, с праздником 8 марта. Мы тоже сейчас едем. Да, на своей рыжульке. Да. На своей рыжульке мы едем поздравлять своих. Собрали. Да, подарочки да. маленькие. Ну, вот решили вот такие собрали. Вот цветочки, да. Такие. Ну, короче, не обрезные, обычно тюльпаны дарят, да. Вот мы решили быть в этом году без тюльпанов. Да. Да. Вот, мы решили вот такие вот живые, они тут в горшочках. Вот, покажи. Они вот тут в горшочках такие вот. Вот такие вот подарить цветочки. Их потом можно будет высадить на эту, ну, где-нибудь, короче, высадить можно будет. Малышки наши и Викуся купили вот такую Барби. Видно? Да, да. Да? Вот такую вот Барби купили. Так, ну тут чисто символические подарочки для всех, даже для мальчиков ну, взяли. Мальчикам хоть у них и не 8 марта, но они маленькие, им тоже надо, потому что им будет обидно, правильно? Это Танькиному малому и моему крестнику, так как мы Ирку будем поздравлять, Ирку, Олега. Ирку, Олега. Да. Но он же тоже маленький, ему же тоже хочется, понимаете? Хоть он и не девочка, но его тоже нужно поздравить. Вот. Поэтому да. мы сейчас... А, бабушки любимые вообще микроволновку купили. Что купили? Потому что мы хотели вообще-то... Мы ее раньше купили. Хотели на день рождения подарить, но у нас уже руки чешутся, мы не можем до дня рождения дождаться. Поэтому у нее скоро день рождения. Ну как скоро? Через 3 месяца? Ну это... Но мы уже хотим сейчас. Ну это уже близко. Да, это уже близко, поэтому мы решили вот сегодня подарить, потому что уже все, не можем, не можем. Она стоит и мулит, и мулит, и мулит. Вот. Поэтому мы сейчас чисто символически поедем дарить подарочки. Вот. Ну, у вас еще раз всех с праздником. У нас ну, красота, снег. Мы будем жарить шашлык сегодня в снегу. Так что так, весело, красота. Всем. Коля, а ну скажи пару слов женщинам таких, уф, напутственных. С праздничком. Желаю всем таких, как я, да? Это, ну, чтобы вас любили, ценили и уважали. Все. И все время целовали, целовали, целовали.